Добрый день, отдельный народ Арсенал Шмартыков, а фамилия. Разрешите документы ваши на машину. Здравствуйте. Можно удостоверение ваше? Можно. Мартюков Сергей Анатольевич, до 13-го года. А в связи с чем вам документы? В связи с чем документы? В смысле, в связи с чем? Ну, причина. С нарушением. Каким? Вы сейчас откуда осуществляли движение? Что? Движение откуда осуществляли? Оттуда. Откуда? Оттуда. Вот туда, туда. Оттуда, сюда и обратно. Нет, сейчас вы выезжали с данной парковки, насколько я знаю. Правильно? Вы плохо знаете, у меня видеорегистратор, у меня все записано. Я вижу, все прекрасно, не переживайте. Да. Вы выезжали задом вот отсюда, правильно? Да. Вот это какой знак прямо напротив вас стоит? Я его не видел. Вы его не видели? Выйдите, посмотрите, пожалуйста. И какой? М? И какой? Посмотрите. Ну, какой вы мне скажите? Направление движения, выезд на одностороннюю. Так. Но. Ну. Здесь одностороннее? Да. Выйдите, посмотрите знак. А вот там знак какой? Там? Да. Одностороннее движение, молодой человек. Серьезно? Да. А не 5-6 конец одностороннего движения? Идите, посмотрите. Идите, посмотрите. Я уже посмотрел. И я посмотрел, когда разворачиваться собрался. Документы разрешите ваши на машину. Пожалуйста, пройдите, посмотрите знаки, если вы не верите. Сейчас, да что мне смотреть, я знаю, что это за знак. Знак 5-6. Я тоже знаю, что это за знак. Вам ПДД почитать, что ли? Давай. Пожалуйста. Что показать вам? ПДД. Да ради бога, проблема-то. Удостоверение предъявите свое, пожалуйста, удостоверение. Удостоверение вам без проблем предъявите. Прапорщик милиции Грачев Сергей Леонидович. Вы читаете? До 12. Что? Вы же читаете. Вы мне сейчас читаете или себе? Ну не вам точно. Не вам? Нет. Не могу двигаться без документа. Не имею права. 2 метра не можете продвинуться? Не могу. В протоколе указывать ваше место работы? Что? Ваше место работы в протоколе указывать? Не указал. Не сообщите мне, да? Не сообщу вам. Не сообщите. Да? Не хочу. Хорошо. А как называется эта улица, на которой мы стоим, вы оформляете правонарушение? Я вам скажу, все расскажу. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так, значит, для... вот здесь. Я знаю, где что. Вы мне... Дайте, я ознакомлюсь. Здесь знаете, да, вот в Бесненице, да? Все знаю. Ну, буду еще писать ходатайство и дополнительные объяснения, правильно? Писать, да? Правильно. Значит, со статьей 25.1 вы ознакомлены, со статьей 51 вы ознакомлены.
Нет, ознакомьте. А? Ознакомьте, пожалуйста. Вы должны меня ознакомить, а не я сам должен ознакомиться. Вы не знаете их. Пройдемте, я вам почитаю, зачитаю. Вы не должны читать наизусть вообще-то. Я, кстати, хотел вас ознакомить со знаком 5-6. Вот он красивый. Пожалуйста, посмотрите еще знак другой. 5-7-2, посмотрите, 5-6. 5-7-2, я оттуда не выезжал, во-первых. Во-вторых, здесь конфликтуют знаки. Это вы будете разбираться не со мной. Это я буду разбираться с вами в суде по месту жительства. Хорошо, по месту жительства. Я буду вас вызывать, естественно, допрашивать. Вы вот знак 5-6. Вот рядышком, который нарисован. Вам знак 5-6 знаком, говорю? Вам знаком? Я вам задаю вопрос сейчас. Вам знак 5-6 знаком? Он тут установлен? Вот. Где? Куда я показываю вот пальцем. Там, в начале, да? Перекрест, за перекрестком, в начале этой дороги. Правильно? 5-6? Вот здесь расположено? Да. Я еще схему возьму. 5-6, правильно? Участка дороги. Хотите? Обязательно, конечно. Обязательно. Вы мне еще со схемой нарушения ознакомьте, пожалуйста. Конечно, вот, пожалуйста, вот он нарисован. Статья, замечательно. Замечательно. Так что все нормально. 51-я статья Конституции. Вы не знаете? Я хочу от вас услышать. Пойдемте, я вам зачитаю. Я не хочу к вам никуда идти. Нет, я к вам не пойду. Что отказываюсь? Отказываюсь от чего? У вас в машине нету наркотиков, случайно, оружия. Это не ваше дело пока, на данный момент. Вы так думаете? Конечно. У меня есть сомнения. Ну и что? Да. А веские основания полагать? Веские основания полагать? Ну, раз вы не собираетесь выходить из машины... Да не собираюсь я выходить из машины. Я не хочу, полагать. У меня есть право не выходить из автомобиля. А если я вас попрошу? А я не хочу, я отказываюсь. Вы не хотите? Не хотите. Ну, сидите, ждите. До свидания. Наркотики. О, клоун это, слушай, да еще. А этот вышел на перекресток и никого сюда не пускает. Ну, молодец. Типа, он сюда может пустить, три знаки переодел. О, клоуны вообще, бля. Железный аргумент 2. Вам рассказать, да, статью? Да. Вы не в курсе, да, такой статьи? Ну, вы можете потом ознакомиться с ней еще раз, как бы, да, в качестве, когда получите копию протокола. Но я могу зачитать. Значит, никто не обязан следить против себя самого, своего супруга, близких родственников, у которых определяется федеральным законом. Это все? Первое. Нет, зачем? Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения, и другие свидетельства. А иные это что? Статья 25.1. Что за иные? 51. Что за иные? Инспектор, я не понимаю. Инспектор. Дело давать объяснение, представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы. Все. По поводу 51. Иные это все что? Понятно? Нет. Вот я вам даю протокольчик, ознакомьтесь, пожалуйста. Хорошо, я понял. Сейчас, секундочку. Обязательно. Вы пожалуйста. Не будете его кушать случайно? Что делать? Кушать. Я завтракал, спасибо. А? Я завтракал, говорю. Не, ну спасибо. Мало ли у нас бывают. Ну я не знаю, вот кто у вас бывает там. Это случаи бывают разные. Ну, хорошо. Смотрите, вот здесь ваша объяснение вот здесь. Обязательно. О, значит, тоже напишите. Или вам отдельный кланг дать? Вы мне объясните, вы мне расскажите, вот эта улица как называется? Это? Да. Это территория мега. Территория, это прилегающая территория, я правильно понимаю? Вот. Правильно? Дорожные это знаки. Территория, прилегающая территория. Парковка. Да. Замечательно. Ну. Замечательно. На которой расположены знаки, также действующие, правильно? Так, я развернулся на парковке здесь. Вы мне вменяете правила нарушения выезд на одностороннюю да, дорогу, нарушение, да? Знака 5-7-2. На парковке. Нарушение на знака парковке, 5-7. На парковке, не надо меня на парковке, выходите, да? Вы поругаться или как? Я хочу вас узнать. На парковке вы не вменяете. Давайте. Вы выезжали так. С парковочного места Г. Так, Г. Я оттуда не выезжал. Нет? Нет. А что вы делали? Я здесь развернулся вообще. А вы здесь развернулись? Да. Ну, мне все потом, зафиксировано, ну, на видео. Хорошо, обязательно. Да. Вот. Значит, смотрите. Вот здесь ваше объяснение, либо вам места хватит здесь? А я напишу дополнительно на листе. Нет, вам дать, у меня есть листки, спасибо. Хотите объяснение, дайте бланк, да, конечно. Хорошо. Парочку. Парочку? Конечно. Хорошо. Инспектор. Вот смотрите, пожалуйста, дата составления, сегодняшнее число. Хорошо. Значит, время сейчас. Да. Место составления, Всеволожский район, Мега Дыбенко. Парковка Мега Дыбенко. Ну, Всеволожский район. Да, обязательно. Значит, фамилия, имя, отчество ваше, угу. Заполняем. Вот здесь вот, то, что я вам зачитал, показал. Протокол вот здесь, принесите вот. Мне, пожалуйста. Вот здесь автограф. Я хорошо. Подожду объяснение ваше. Нет, мне нужен протокол, потому что я не знаю, на скольких листах будет объяснение, и мне я туда подожду, надо будет хоть записать. На 10 листах, поверьте мне. Значит, вот здесь и по существу можете объяснить угу. Ситуацию вашу. Еще раз имя, отчество ваше, как?
Зачем вам? Моя? Да. Сергей Анатольевич меня зовут. Сергей Анатольевич, да. Хотел бы вас сразу предупредить, ознакомить со статьей 12.35 КАП, чтобы вы потом не говорили, что я вас не предупреждал. Статья 12.35. Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию. Применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам дорожного движения, не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав управления, пользование транспортным средством, либо его эксплуатацию. Вы у меня забрали водительское, изымаете. Вы ограничиваете мои права, потому что мне нужно выезжать в Беларусь. Я за границу по нему не могу выехать. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2000 рублей, на должностных лиц 20 тысяч рублей. С чем вас я поздравляю. Протокол, будьте добры, пожалуйста. Объяснение-то напишите, пожалуйста, мне сначала. Протокол, пожалуйста, дайте мне. Мне нужно записать туда свидетелей. И дать объяснение в протоколе укажите. Тоже. Это я будут дополнительные. Протокол дайте что мне. Прилагается объяснение. Дайте мне протокол, пожалуйста. Да дам я вам протокол. Так я жду вас. Если с протоколом. Есть, не будете, нет, не буду, да. Точно. Ничего. Я знаю, чего. Можете зафиксировать, что я взял я целым. Уже, да, я уже все зафиксировал, тоже не переживайте. Да все нормально, что. Написали, да? Да. За времяночку давайте я распишусь. Да, давайте. Времяночку дам, да, да. Времяночку дайте, я за нее распишусь. Да, да, конечно. Пишите ваш времяночку. Так, держите. Сейчас, секундочку. Документы на машинку ложите. Секундочку. Угу. Остальное? Там что было? А то нет. Да, доверенность. От руки написано. Угу. Так. 7 людей. Да, свидетели обязательно. Так. Копия. Подпись лица. Да. Замечание написано. Я написал. Так. И объясняю. Меня схема уже не интересует. Я хотел, чтобы вы меня ознакомили со схемой. Я уже указал, что я с ней не ознакомлен, поэтому она мне не интересна. А вам не будет отказываться? Что? От подписи, да, в схеме? Потому что вы не ознакомлены? Я уже написал, я что я не ознакомлен. Вас нет, я уже отдал вам вы. Копию. Я уже забрал копию протокола, а теперь вы мне. Что? Я вам показываю, вот, пожалуйста, схема. Мне не нужна ваша схема. Я ознакомился с протоколом? Вы мне должны были ознакомить со схемой в процессе, перед тем, как я начал писать объяснение в протоколе. Потому что она уже была там указана. Все замечаю. Мне уже ваша схема не интересна. У вас еще ко мне какие-то вопросы? Там свидетели указаны в протоколе. Вот здесь они сидят, они могут расписаться. Они будут расписываться. Хотите, вы распишитесь за схему? Нет. Какую схему? Протокол. Схема забудьте уже. Все. В протоколе расписаться как свидетели. Они вот здесь готовы, они могут расписаться. Они свидетели? Да, я указал как свидетели. Указали, ну, указали, да? Да, да. А на каком основании вы здесь? Потому что они свидетели. А почему? Потому что я ваших свидетелей не видел. Я бы с ваших слов их записал, поверьте мне. Очень хорошо. На каком основании вы пишете здесь? У вас ко мне какие-то претензии? У вас только вот ваши. У вас ко мне какие-то претензии? Вот здесь вот. Какие у вас ко мне претензии? А почему? Что-то как-то из машины алкоголем пахнет. Очень, ну и что? Не? Ну может быть и что? Вы не употребляли? Может быть и что? Может быть употребляли? Конечно. Я надеюсь, вы не собираетесь дальше ехать. Надеюсь. Если вы употребляли. Не, я собираюсь ехать в любом случае, а употреблял, не употреблял, процедура уже другая. Другая будет, да? Вы с ней знакомы, если, то можно ее начать. Знакомлен. Пожалуйста. Здравствуйте. Весело? Ну, конечно. Желательно. Насчет ходатайства надо было выглядеть. Вы читаете нормально протокол или так? Кстати, дайте-ка я там тоже распишусь. Все, вы уже... А все, до свидания. До свидания. Тогда на отдельных листах там тоже написано. Ну, сейчас свидетель разберем.
Встретимся в суде. Все, до свидания. Не нарушайте больше. Так что, алкоголь-то будем выяснять, нет? Алкоголь-то выяснять будем? Я подумаю над вашим предложением. Вы подумайте. Я пока-то сейчас еще пока здесь. Так, подписи все, нет? Еще раз кто-нибудь так уже проедет.